Такой вид спорта, как шахматы, в Молдове, как говорится, постепенно набирает обороты. Ни для кого не секрет, что молдавские спортсмены частенько привозят призовые медали с международных конкурсов, а в столице и в регионах появляется все больше шахматных секций. Только в этом году при поддержке Международной шахматной федерации по стране было открыто более 100 шахматных секций, а в международных и национальных турнирах приняли участие 700 гроссмейстеров. Среди них 400 дети и подростки. В преддверии Нового года члены Федерации шахмат подвели итоги работы за 2013 год, а также наградили лучших из лучших. Я уверен, что у нашей шахматной семьи есть большое будущее. Я хочу всех вас поздравить с этим особым, хорошим годом. Я уверен, что следующий год для нас, для шахматной федерации, будет годом непростым, но с хорошими результатами. Члены Федерации шахмат Республики Молдова уверены, что в 2014 году результаты будут еще лучше. У наших подростков есть все данные, чтобы стать известными на весь мир гроссмейстерами, считают они. Осталось лишь дать им шанс проявить себя. В будущем году федерация намерена открыть шахматные секции во всех школах Молдовы, а в январе-феврале провести международный турнир в республике. Что отсутствие для завтра шахматы, шахматы и капитана.